Сейчас выходим на набережную, походим на набережной. Там далеко до воды. Ой, блин, заросло как все, обалдеть. Вода грязная, кстати. Купаться нельзя. Нет. Нет, да. Там вас купальника нет. Ну, ложим это. У меня сейчас велик. Сейчас я это сам. О, теперь видно. Сначала фокус показать надо. Фокус? Да. Есть у меня один фокус прикольный. Короче, снимаешь на камеру? Снимаю, да. Снимай. А ну? Левитация. Ты что, умеешь такое? В смысле левитация? Ты смотри, подожди. Да я сюда, подожди. Да ладно, не прикалывайся. Я сейчас... Да подожди, я снять хочу, посмотри, я буду снимать. Лена прикалывается. Подожди, в смысле левитация? Смотри, вот это. Ты взлетать будешь, типа? Готовься. Готовь камеру. Да, готова. Ой. О, слушай, ну. Можешь вокруг снять, просто пройти с камерой, показать, что никаких кранов нет, ничего. Не за что зацепиться. Никаких кранов, ничего нет. Окей. Ноги снимай. Охренеть! Ох, ничего себе!
если ну, то, да, треба, надо, надо, чтобы немножко организм восстановился, тогда легче. Можно воды еще немножко? Спасибо. Фух. Ну, все, наверное. Здорово. Обожаю вам. Не спешил. Спасибо. Это впервые на Днепром такое. Да. Что? А впервые на Днепром было такое. Такого никогда не было еще. Перше таке так, відбулося чудо. Супер. Яке ми бачили на свої очі. Саш, ми тебе поздравляємо. Молодець. Вітаємо, вітаємо. Спасибо. Чудо світу. Спасибо. Девятое. Девятое чудо света. Да наше ладно, справжнє українське дитя таке чудо звершило. О, вже гумор повертається, вже все нормально. Живой, настоящий. Это человек, это живой человек. Так, діду. Поперед усього це тренування повинні бути. Треба свій організм треба привести у порядок, щоб була кров чиста. От. Треба, щоб сердечно-сосудистый аппарат был в порядке. То есть немножко побегать, очистить организм нужно, помедитировать. Бухать, короче, курить нельзя, да? Нет, курить, пить противопоказано. Нельзя, да, и даже это, траву нельзя курить, да? Курить ничего. Раздельное питание, физические нагрузки. Короче, чтобы организм чистый был. Что-то рука не имеет, пальцы не имеют. Ну это пройдет, да? Ой, это пройдет, да, наверное. Да, голова, ну... А что ты чувствуешь, когда отрываешься от земли? Да. Вот такие ощущения. В цей момент. Ну, во-первых, ощущений мало каких было. Легкость была. Мозги полностью. Сейчас голова кружится. Голова кружится. Ой, сейчас, секунду. Оно уже проходит, оно постепенно проходит. Фух. Ну, когда отрываюсь от земли, это постоянный контроль. Я стараюсь відштовхнутись, наче від воздуха, від повітря, відштовхнутись. Энергию вот эту вот вокруг себя собираю, энергию руками, и постараюсь оттолкнуться от вот этого вот энергетического потока. Вот. Вода немного мешает. Ну ты чуваешь себя краще над водой. На додо. Спочатку, коли відриваєшся, то відчуваю нормально себе, можу контролювати. Коли полетів, нормально, коли це все пропало, але я тут зібрався, я почав знову контролювати себе і знову почав відштовхувати від повітря. Одно тренування треба. Ну, ви тренувалися на такий вчинок. Дякуємо. Це таке захоплення. Руки.